нет прихода. Весна есть, а прихода нет. Раньше вдохнул в мае кусок, и сразу всякая дурь в голову лезет. А сейчас дышишь. Ничего. Не грусти, хорошист. Эй, слышите? Да подождите же вы! А ну-ка тормозите! Я буду орать! Не будете? Вы почему? Вы уже орете. А где вы хоть познакомились с ним? Мы-то? Консерватория. Сейчас придет милиция. Здравствуйте, ребята. Я ваш новый учитель рисования. То да. Все, да. Ничего не да. Еще как да! Вкусные! 28 лет. Ни жены, ни детей. Я бы на вашем месте застрелилась. У тебя весна пахнет. Не принюхился давно. А у меня пахнет. Зачем мне подышать? Зачем? Нужно было что-то поцеловаться. Первая девушка обязана научить целоваться, иначе на всю жизнь можно остаться инвалидом.